В основном наручные часы бывают трех видов. Кварцевые, питание которых осуществляется с помощью батарейки. Механические, подзавод которых осуществляется с помощью кручения головки завода. И автоматические, подзавод которых происходит непосредственно на руке за счет постоянного движения часов и колебания маятника. Для правильного ухода за автоматическими часами необходимо, чтобы они постоянно ходили. Тогда их работа будет стабильной и надежной за счет равномерного распределения смазки внутри хрупкого механизма. Чтобы поддерживать часы в рабочем состоянии, используется шкатулка с автоподзаводом, называемая также тайм-мувером или виндером. Смысл работы прибора заключается в том, что роторы, которые вращаются в определенном режиме, обеспечивают постоянный завод ваших часов. Алгоритм ваших действий. Узнайте режим завода ваших часов. Для этого можете использовать информацию на нашем сайте timecube.ru в разделе «Таблицы для подзавода часов». Вам нужно знать марку ваших часов и калибр, название механизма, часто он указывается на задней крышке часов или в их паспорте. Теперь вы знаете режим завода. В данном случае это 650 оборотов в сутки с попеременным вращением по часовой и против часовой стрелке. Установите часы в шкатулку. Выберите режим вращения. Теперь ваши часы никогда не остановятся и будут радовать вас своей надежностью.